Новогоднее пушистое чудо. Маленькой олене подарили английского кокер-спаниеля. Деньги на собаку мечты собирали вместе с волонтерами и неравнодушными людьми. Девочке 7 лет, у нее ДЦП, и она четвертый приемный ребенок в семье. Когда ее взяли из детского дома, она даже не могла ходить. Сейчас Алина делает успехи, а с появлением долгожданного друга станет еще счастливее. Собаку назвали Леди, ей всего месяц. Ты рада? Да! Ну-ка, смотри скорей. И кто там? Собачки. Там Леди. Ну, ты будешь за ней ухаживать? Да.